что, друзья, давайте сейчас посмотрим более детально школу, немецкую школу в поселке Высокое. В каком она пребывает сегодня состоянии. Заброшена она уже около 6-7-8 лет. На данный момент абсолютно доступна для посещения. В плане вандализма здесь уже делать нечего, потому что все, что можно, уничтожено, все, что можно, украдено. Вот. Добивать тут уже нечего. Вот здесь мы сразу видим узнаваемый водяной фонтанчик питьевой для учащихся школы. Школа небольшая, поэтому фонтанчик всего один. Единственный на одном этаже. Сейчас пройдемся быстро по кабинетам. Вот, допустим, кабинет математики у нас здесь был. Доски нету. Полный трэш. Мебель разрушена. Остатки каких-то пособий учебных. Далее, очевидно, был кабинет химии. По многим причинам он выдает себя. Ну, начнем с того, что вот такая вот таблица наверху. Далее, что у нас тут? Почему-то в кабинете химии была вот такая карта мира. Возможно, он был совмещен, кабинет с химией, еще с биологией, судя по учебникам. Здесь же вот лаборатория. Лаборатория осторожней. Лаборатория сохранила какие-то... Да кучу всего сохранила лаборатория, вот в том числе и реагентов. И дети, вот местная детвора развлекается с химическими реагентами, вообще даже не подозревая, насколько это может быть опасно. Вот. А здесь тотальный трэш. Все разбомблено, все разломано. И все, что можно, ценное, украдено. Вон огромная стопка пособий со стен снятых. Учебники, рассыпанные реагенты и так далее. В общем, вот так вот. Не буду я здесь долго задерживаться. Здесь запах химический очень. Вот. Ну, детвора вот здесь вот бегает. И ничего не боится. Мне бы их возраст. Да? Вот. Идем далее. Школа по многим приметам похожа очень на школу в Гастелово. Сейчас оставлю вам вот тут вот подсказочку. Можете перейти еще раз посмотреть. Вот. Но она, конечно же, меньше в разы. Во много раз она меньше. Здесь вот уже навели порядок. Здесь есть человек, которому она не безразлична. Не пойму, это гранит или что это? Интересные такие подоконники с вот этими выемками. Интересно, это чтобы влага собиралась там или для чего это сделано? Есть человек, которому судьба школы не безразлична. Он пытается здесь как-то что-то, так сказать, привести в порядок. Начал с первого этажа постепенно. Вот. Поэтому на первом этаже относительно чисто во многих помещениях. Ну, вот где-то еще не успели навести порядок. На удивление, большая часть окон все целые. Но, естественно, вот без этого никуда не обойтись. Без разбитых окон. Чертовски бесит это. Посмотрите, какой механизм открытия окон. Ну, не работает, это немецкий механизм еще. Вот он вот так, вот так, вот так. И вот это вот верхнее окно, оно вот так вот откидывалось. Как бы вот, блин, сейчас руку не видно. Вот так вот оно откидывалось. Соответственно, вот сюда. Такой механизм. Так. Это вот центральный вход в школу, а здесь также есть центральный, но задний вход. Вот он там ниже чуть уровнем, там вход вниз, мы сейчас сходим. Что я покажу, расскажу, что там. Сейчас пойдем дальше на следующий этаж. Лестница деревянная, были деревянные перила, там остатки наверху валяются. Очень понравились вот эти рамы с такими переборками вот этими.
Классно вообще очень. Выглядит интересно. Необычненько. Вот. Далее вот второй этаж у нас. Ну, второй этаж, судя по всему, здесь был чисто учебный. Кабинеты. Возможно, какие-то учительские были. Вот такие небольшие кабинетики. Я думаю, что вот, допустим, вот здесь могла быть учительская запросто. Вот. Далее в нашей программе. Здесь вот кабинет такой интересный. Не очень понимаю, что здесь было. Хотя учебники... разные учебники валяются, поэтому фиг знает. Суффиксы, тра-та-та, русский. Возможно, русский язык, еще что-то. И здесь вот так кабинет отделен вот такой вот фанерной стеной. Есть потаемный проход, в котором куча вот таких мотивирующих и не очень. Ну, тоже учебники, пособия и прочее. Такая фанерная стена. Вот, для какой цели вот здесь вот это окошко было, вот мне не очень понятно, честно говоря. Вот, оно вот туда в кабинет смотрит. Фиг знает, для чего оно сделано. Ну, в общем, здесь вот куча всего валяется. Вот, пожалуйста. Ой, смотрите, какая штучка. Многозначные слова и омонимы. Капитан, кран. Моя жена бы поняла, о чем здесь речь. А здесь что? Правописание ОЕ. Вот. Как кто не знает, вот, пожалуйста, почитайте. Так, ладно, идем далее. В каждом кабинете 3-4 окна вот таких достаточно больших. А где-то и больше. Двери, не знаю, двери, скорее всего, уже, наверное, в советское время ставились. Ну, это не столь важно. Такой вот кабинет. Ну, здесь ничего особенного. Дальше идем. Потом повыше еще сходим. Здесь вот также еще есть параллельно вот лестница идет. То есть вот главная лестница в главном коридоре, а вот еще вот идет вот в таком коридоре лестница. Так, здесь у нас что? Кстати, судя по обоям и отсутствию, вроде как отсутствию доски, ну, место, где была доска, возможно, это была учительская, кстати. Такие обои, скорее всего, делали в учительской. Хотя хрен его знает. Сложно сейчас гадать, это знают только те, кто имел отношение к этой школе. Вот. Дальше. Ну, здесь вандалы расхреначили вот эту гипсоплитную арку. Уроды, блин. Зачем? Непонятно. Далее у нас в нашей программе вот кабинет какой-то. Не знаю, что здесь было, но точно это был кабинет явно. Здесь что? Здесь тоже кабинет. Относительно чистый. Пустой, скажем так. А это что? Лезе Цайхен. Какая-то книжка по-немецкому. Фиг знает. Так, идем далее. Так, второй этаж мы прошли. Пойдемте теперь на третий. Здесь такие же окна нас встречают. Вот остатки перил деревянных, которые здесь были. С такими заворотами. Вот здесь вот, видите, вот эти штучки на заворотах стояли. Но перила все разбиты и разломаны. Непонятно зачем. Ну вот, здесь какой-то был, ну, судя по стульям, это, скорее всего, был актовый зал на третьем этаже. Здесь вон остатки пианино мы видим. Здесь вот какие-то тоже то ли кабинеты, то ли что. Вот стулья вот эти вот остались. Ну, не, абсолютно очевидно, что это был актовый зал. Судя по размеру, по наличию инвентаря вот этого всего. Остатки пианино. Вот здесь, видимо, был за кабинет музыки или еще какой-то творческой деятельности, возможно, и зоомузыка и так далее. Вот. Ну, а сейчас вот так-то и зал выглядит как-то так. Ну, а пианино, я даже не представляю, как можно было вот так расхреначить пианино. Что с ним делали?
Просто на всех забросах, где я встречал пианино, они, как правило, были, ну, более-менее целые. А здесь просто трэш полный. Вот кабинет с кучей-кучей литературы и учебников. Также стулья из актового зала. Вот здесь вот такой вот трешак творится. Вот то же самое здесь. Полный трэш. И вот мы переходим еще в один кабинет. Вот здесь такая досочка маленькая была. Вот здесь... А, кстати, смотрите, интересное наблюдение сейчас заметил. Вот труба идет, и на ней эти зажимы для штор. То есть эту трубу, что ли, использовали как карниз, получается, видимо. Интересное решение. Ладно, идем далее. Далее у нас вот это вот... вот эта лестница, которая вторая, не главная. Она здесь же выводит вот в такое помещение маленькое, которое ведет куда-то на чердак. Вот. Но мы туда не полезем. И пойдем спустимся по этой маленькой лестнице. Спустимся уже в подвал. Вот такой вот трэш здесь. Пойдемте в подвал. Посетим еще подвал и двинемся далее. Эх, жалко, вот это вот не плитка, а линолеум. Хотя, возможно, под линолеумом плитка. Здесь вот опять мы видим вот такие... Ну, по звуку не похоже на гранит этот. Но почему-то выглядит так вот. Трогаешь, похоже. Холодный, каменный. А по звуку как будто пластик какой-то. Ну, фиг знает. Вот. Год. Так, ну вот получается, вот у нас был главный вход. Мы поднимались типа снизу, поднялись на главный вход. А вот задний вход, он на уровне земли получается. И отсюда был вход. Ну, не знаю, как организовано было здесь во время того, когда была школа. Но, вероятнее всего, заходили с главного, спускались сюда вниз. Здесь раздевалка была. Блин, свет не взял в машине, зараза. Вот здесь была раздевалка, вот вешалки видно висят. Здесь были всякие помещения. Так, ну это та же вторая лестница. Здесь вот было помещение, очевидно, как и в гастеловской школе. А, вот такая вот, ну здесь попроще, конечно, не из камня сделано, но тоже такое углубление. А, возможно, здесь были душевые, как и в гастеловской школе. Но ничего не сохранилось, говорящее о том, что здесь было душевое. Кроме плитки, которая говорит нам о том, что здесь было явно что-то связано с водой, наверное. Ну и здесь какое-то помещение, не знаю. Не знаю, ничего нам не указывает на наличие души. Но это явно ниша, как ванная, ну, куда стекала вода. Вот, далее, мы, кстати, находимся вот на уровне земли, вот так вот прямо раз и залаз сюда. Вот так здесь все разбомблено, здесь, вот, не знаю, что здесь было, может какой-нибудь спортзал или еще что. Кстати, вот спортзал так я и не определил, где мог быть. Вот. Такое вот здесь место. Возможно, был спортзал. О, здесь наркоманы тусуются. Ах, ёкаламанес. Так. Ну, в принципе, все, что я могу сказать. Пожалуй, это весь обзор этой школы. Больше здесь посетить нам нечего. Мы все посмотрели. Здесь туалеты были детские. Здесь вот еще один... А, здесь кабинет, походу, был труда. Потому что здесь же висит такая инструкция по технике безопасности при работе на токарном станке по дереву.
Да-да-да-да-да. Ну, да, скорее всего, здесь был кабинет труда. Но здесь так интересно сделано. Вот внизу канализационные отверстия, вот это вот. И вот плитка вся туда, как бы, ну, слив как бы идет вот в это вот место. Интересно, почему так было продумано именно в этом кабинете труда. Вот. Здесь какая-то подсобка у трудовика была, походу. Сейчас трешак. И тлен. Ну вот, в принципе, все, ребята. Мы школу посмотрели. Я ее пофоткал. Изучил. Школа интересная была. Посмотрим, будем следить за ее судьбой дальше. Потому что, возможно, есть шанс, что здесь что-то будет. Или нет. Вот такие дела. У школы огромная территория вокруг. Очень большая территория вокруг школы. Здесь вот какой-то постамент, возможно, Ленин когда-то стоял. Ну вот. Так она вот выглядит. Такой странный розовый цвет. Сейчас давайте сходим вокруг. Просто обойдем. Посмотрим, как она. Территория огромная. Просто огромная территория школы. Она прям вот-вот-вот-вот-вот-вот там. Все вот это занимает. Очень большая территория. Очень большая. И очень, ну, заросшая, обычная, стандартная ситуация. Вот задний вход. То есть, ну, как бы, фиг его знает. Может, этот считался центральным входом. Потому что, смотрите, он тоже такой достаточно симпатичный, интересный. Вот. Возможно, он считался главным. Не знаю я. И вот окна вот эти классные, мне так нравятся. Да, и вот такая вот огромная территория. Очень большая территория. Свой какой-то домик, возможно, с хозпостройками был. Ой, господи, хозпостройка. Вот. Стадион вон там я вижу. Ворота стоят. Калитка вот была, вот видно, наверное. Два столба больших. Видно, калитка была, ограждение какое-то вокруг. Ну, а сейчас это выглядит вот так. Все, друзья, спасибо вам за просмотр. Я еду дальше, что успею за сегодняшний световой день. А мы будем надеяться, что эта школа обретет вторую жизнь.